Вы смотрите программу «Сахалин сегодня», и мы продолжаем. Администрация Южно-Сахалинска планирует привести в этом году в порядок 1000 подъездов многоквартирных домов. В них проведут косметический ремонт и заменят окна. В бюджете уже приготовили 50 миллионов на субсидии для управляющих компаний. Управляющие компании будут также ремонтировать на средства, собранные с собственников по тарифу. К участию в обновлении привлекают жильцов. С людьми выбирают, например, в какой цвет красить стены. Некоторые коммунальные предприятия уже приступили к работе. А в этом году вообще мы планируем 41 дом сделать за счет средств субсидий, которые будут выделяться, и 21 дом будем делать за счет средств, собранных собственников. В перечень работ входят также замена почтовых ящиков, наведение порядка с кабелями провайдеров, восстановление разрушенных участков лестниц. Добавлю, что за прошлый год в областном центре отремонтировали 450 подъездов и 197 входных групп.